Я же попал на телевидение. Ну, кто бы сомневался. Шоу «Город», знаете такое? Но второй сезон, нет, это большая сериал, большая передача такая, как улучшить наш город. Я подавал свой велопроект туда, в прошлом году не попал, а в этом году попал. Нахожусь на велодорожке, упираюсь в забор, а тут вообще ее нет, нет дороги, все, все убрали, нету. И на чем тут ехать? Только на каракате. Добро пожаловать из нашего города. По той стороне придется ехать, либо прорваться по этой. Я, естественно, выбираю прорваться по этой, потому что это шоу. Вот такой вот город. Ну да, это наш город. На этом прекрасном газоне собаки не должны какать. Вот прекрасный знак. Я такого не видел. Это чудесный знак. Но зафиксируем его. Вот мы не очень любим собак. Здесь нельзя быть собаком. Но здесь можно сделать неплохой срач людям. Ну что, шоу «Город». И что, я должен подать заявку на шоу «Город», как облагородить этот газончик, к примеру? Почему? Почему? Шоу «Город». Подальше от нашего города. Это некий цуд, надо его заснять. Это все-таки наш город. Это наш лес. Наши лесы. Вот там плакат, но я до него не знаю, доеду ли. Ибо здесь все у грязи. Грязь, еще выкорчевали бы эту телянушку. И плакат прекрасный. Читаю его. Не, надо все-таки прорваться. Потому что, ну надо. Ну а кто еще, если... А кто еще? Наверное, надо и вот эту деляночку облагородить, потому что это мой город, это центр нашей страны, это Минск. И вот он, пожалуйста, прекрасный участок леса, который мы не сберегли. И написано, Мишка тут привалился к дереву, уже Мишка уже в полном, так сказать, у него состояние ступора, кататонический кризис у Мишки, и написано, хорошо, когда хорошо, берегите лес. Вот он, Мишка, но, к сожалению, извини, Мишка, но лес мы, опять же, не сберегли. Минское лесопарковое хозяйство, хорошо, когда хорошо, берегите лес. И Мишка. Мишка, как говорится, сейчас молодежь бы сказала, в АУЕ. Мишка в АУЕ. И вот он лежит такой, дерево прислонился и думает, опять не сберегли. Опять тяжело нам придется. Тяжело. Ну что ж поделать. Опять цуд, некий цуд. Осторожно. Опасная зона. Подальше. От нашего города. Шоу «Город». Ну вот смотрим. Вот наша дорога. Вот наши мосты. Дырки. Сквозные дырки. Если каждый будет начинать ходить. Вот сквозные дырки в мостике. Ремонтировать свои дороги. И, кстати, этот мост уже починенный. Хороший мост. Вот его заделывали. А другой будет не починенный. Плохой мост. Что будет, если плохое, еще хуже бывает. Тут прекрасное отверстие просто везде. И что, мы будем ходить и чинить мосты, заниматься иной работой. Вот такое все обваленное, страшное. Это мой город. Есть его и другая сторона. Не та, что на телевидении, не та картинка. Ну что сказать. Добро пожаловать из нашего города. Ну, как и все в нашем городе. Как, да. и все в нашем городе. Как и все в нашем городе. Здесь все и воруют, здесь и порядка нет. Но ты-то хоть порядок наводишь, понимаешь? Порядок, да. Но единственное, вот такие люди простые, которые наводят порядок в нашем городе. Реально, все мы проводим порядок. Все остальное, это ж просто демагогия. Здесь сейчас людей хороших, нормальных. Почему нет? Вот такие вот, кто... Я знаю полковника отставного, подметает себе и говорит, я не хочу ни во что это ввязываться. С ними невозможно, говорит. Все обман. Обман, да.
надувательство, все обманывают людей. Ведь нас обманули, сколько раз нас обманули за всю жизнь? Значит, Советского Союза обманывали, как он развалился, обманывали. Сейчас обманывают, по сути дела. Говорят одно, а получается другое. Рассказывают какие-то небылицы. Да. И про наш город, и про, и про все. И Лукашенко это тоже, все это, все для народа, все для человека. Все. Только для какого человека? Для одного человека, для себя. Для человека. Для сына. Для себя и для сына, да, да. Вот тебе и для человека. Потому что реальность такая. А что тогда все эти шоу снимаются? Что улучшать город, если это должны делать те, кто должны делать? Они же не делают. Не делают, да. Поэтому почему-то люди должны... Зарплаты не добавляют, ничего вот это... Зарплата вообще, я же не поднимаю этот вопрос. Не поднимаю. Да, потому что это гиблый номер. Гиблый. А сейчас с этими вон безработными. Он. Ой, вообще. А то из тюрьмы повыходил, как все. И место это их вообще. Ты им работу дай, понимаешь, даже дворником. Вот ты дворником устроился, попробуй ты устроиться везде дворником. Нет, не устроишься даже. Даже в ЗЭС, правда? Не устроишься. Так ты не предоставил работу, чего ты к людям лезешь? А он лезет к людям, понимаешь, как пытается с нищего содрать последнее. Это чревато ему и всем. Вот тебе и город. Добро пожаловать из нашего города. Из нашего города. Да. С другой стороны, мы уже чего нас уже ничем не проймешь, понимаешь? Будем держаться. Ну все, удачи тебе. Удачи. Тебе тоже удачи. Ну давай. Хорошо, пока. Встретимся мы куда-то. Конечно, встретимся. Я же еще приеду сюда. Приеду. Все нормально.